Грамоты, ведомственные награды и даже ценные подарки. В преддверии третьей годовщины создания Росгвардии начальник Одинцовского отделения вневедомственной охраны Алексей Чернеловский поздравил подчиненных. Среди награжденных – полицейские, водители и, конечно же, те, кто служат в группе задержания. Основная масса награжденных – это группа задержания, которые стоят, так сказать, ставят точку в нашей работе. Да? Это люди, которые постоянно связаны с риском столкнуться с нестандартной ситуацией, стоят на первых рубежах охраны общественного порядка. За отличную службу росгвардейцев поблагодарило не только непосредственное начальство. 15 правоохранителей получили благодарности от главы Одинцовского района Андрея Иванова. А вот хоккейные клюшки – награда необычная, но от этого не менее приятная. Спортинвентарь – подарок от легенды хоккея Павла Буре. На каждой из клюшек – автограф знаменитого спортсмена. Большое спасибо Павлу Буре. Это большая легенда. Соответственно, я сам занимаюсь этим видом спорта. Ну и ряд сотрудников, личный состав и офицеры занимаются этим видом спорта любительски. Поэтому для меня это ценный подарок и очень приятно его было получить, конечно. Я сам сегодня был отмечен руководителем и получил грамоту. И очень приятно то, что меня отметили. Я горжусь то, что служу в подразделении войск Национальной гвардии Российской Федерации. Хотелось бы поздравить с третьей годовщиной образования войск Национальной гвардии. Прежде всего, всех ветеранов, которые дали нам базу, чтобы наши службы существовали. Наградили сотрудников в штатском, бухгалтеров и юрисконсультов. Тех, без кого работа также невозможна. Здесь обошлись без торжественного построения. Цветы и грамоты вручили в неформальной обстановке. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».